Ну что, я иду после ноготочков. Просто хотела сказать, что, правда, вот этот салон, в который я хожу, он очень классный, всем рекомендую. Еще раз, он называется Део, и к тому же они еще сделали сейчас пристройку. Очень стильно выглядит, там свой бар появился, там разная еда, очень вкусные разные напитки. Извиняюсь, что я так говорю, я просто шла в гору. В общем, там очень приятно, очень френдли атмосфера. Все, что я хотела сказать. Ну и вот маникюр тоже очень качественный, красивый. Такие дела. В общем, я ездила в свой любимый магазин с товарами для дома. Вообще, у меня была цель это купить новые салфетки на стол, потому что нашим уже, ну, кстати, им почти целый год. Они протерлись во многих местах, и выглядит это уже не так симпатично. Мне было от этого грустно, я решила купить новые. Ну, а дальше это как в тумане. Еще я посмотрела подушки на наш диван. У нас подушки заменяли пледы, но так как у нашей собаки прекрасные длинные коготочки, она может его царапать, поэтому мы его тут полностью как-то или как могли. Лежать теперь не настолько удобно. И, в общем, я купила еще туда подушки и красивую корзинку. Сейчас все покажу. Так, две супер простые, но очень милые подушки. Наверное, многие из вас замечали. В общем, у нас спокойные цвета в интерьере, но довольно много всяких ярких элементов. Там, допустим, как картины, диван, стена в ванной. И, в общем, я подумала, такие подушки тоже будут классно сочетаться со всем, что здесь есть. И вот такие салфеточки на стол. Я вообще их увидела и влюбилась. Они очень милые, такие полосатые. Я взяла 4 зеленых. И 2 розовые. Очень мне понравилось, как они выглядят. Поэтому хочу сейчас уже все постелить. И вот такая корзинка. Я просто ее увидела, она мне очень понравилась. И плюс она была какая-то супер дешевая. И, наверное, на столе это тоже все будет очень органично, симпатично смотреться. С бананами, яблоками и так далее. В общем, я пойду все раскладывать. Thank you.
Всем привет! Ну что, я немножко пропала на прошлой неделе, извиняюсь за это. Очень надеюсь, что на этой неделе теперь видео выйдет, хотя тоже не уверена. Просто, как вы уже заметили по этому видео, у меня прилетели родители, приехали, если быть точнее, на машине. Они у меня экстремальные ребята. Сюда. Ой. В общем, они добрались, чему я очень рада. А на прошлой неделе как раз был, наверное, многие из вас слышали про такое понятие, как ретроградный Меркурий, ретроградная Венера. И как раз на прошлой неделе, когда я должна была выставлять видео, Меркурий был статичный, то есть он только должен был разворачиваться. И я лежала как будто абсолютно без сил, мне вообще ничего не хотелось делать. А плюс сейчас Меркурий, он еще в обители, в знаке Девы. И мне кажется, что это как-то вдвойне на меня влияло, потому что у меня тоже Меркурий в обители. В общем, ладно, такие астрологические всякие штуки. Я не знаю, насколько вам... Кстати, если вы напишите в комментариях, насколько вам, в принципе, интересна тема астрологии, мне будет очень интересно узнать, там, как часто можно вводить разные термины, понятия, вообще дискутировать на этот счет, потому что про астрологию я могу говорить постоянно. Ой, в общем, на чем я остановилась? Приехали родители, невероятное у меня счастье, радость, остановились они недалеко от нас. Естественно, сейчас мы проводим все время с ними, поэтому у меня нет особого времени, чтобы что-то снимать, тем более, чтобы что-то монтировать. По планам мы пока думали побыть здесь, там, недельку, может быть, побольше. Потом, возможно, мы поедем в Батуми, но я уже ни в чем не уверена, тем более ретроградный Меркурий как раз там где-то до середины месяца. Если что-то изменится и пойдет не по плану, то как бы ничего страшного. В общем, родители мне еще привезли всяких штук из Москвы, я заказывала. Я подумала, покажу, мало ли кому-то будет интересно, потому что здесь есть какая-то косметика. Я заметила, что многим нравится тема бьюти, так что вот покажу, что мне тут приехало. Но начну я не с этого. Во-первых, они привезли мне синтезатор, который дарила подружка. Я была так рада, потому что, в общем, я не училась ни в какой музыкальной школе. В детстве всех, наверное, отправляли в музыкалку или в художественную. Вот меня отправляли в художественную. Соответственно, я абсолютно не умею играть на пианино, но у меня подружка очень классно на нем играет, как раз которая приезжала в Грузию, и у которой собака такая белая, большая, пушистая. Вот, в общем, она меня учила одной мелодии, мне так понравилось, что вот мне подарили синтезатор, и я как-то просто находила видео на Ютубе и пыталась как-то учиться сама. В общем, для меня это супер медитативно, плюс, когда ты играешь на пианино, ты же делаешь движения обеими руками, или когда ты уже взрослый, это может даваться немножко сложнее, но это очень полезно для полушарий мозга, потому что как бы правая сторона тела отвечает за левое полушарие, левая сторона тела за правое полушарие, и когда мы играем на пианино и подключаем обе руки одновременно, то как бы это благотворно влияет на балансировку полушарий мозга. Помимо того, что мне просто это нравится, это еще и полезно. В общем, начну с... Я заказала, к сожалению, в Грузии я что-то не видела, вот такие маски для лица. Это называется гидрогелевые, интересно, или как? Сразу скажу, что вот эта маска, она, в принципе, не дешевая. Стоит, наверное, в районе, не знаю, 700 рублей, может быть. Она одна. Вот так вот она выглядит. Это доктор Ярд, Жарт. Не знаю, как правильно, наверное, доктор Ярд. В общем, это была, наверное, единственная маска, которую я пробовала за всю свою жизнь, от которой действительно был вау-эффект. Я еще всегда маски храню в холодильнике, чтобы это больше освежало. И, в общем, я, в принципе, склонна к отечности. Я помню, что в какой-то день я там проснулась и была вообще очень опухшая. Было какое-то мероприятие. Я купила себе вот эту маску, наложила ее на лицо. И оно было такое увлажненное, подтянутое. Все отеки у меня сошли. То есть кожа какая-то упругая. В общем, вот это реально очень классная маска. Заказала себе парочку. Пусть будет на какой-нибудь случай жизни. Ну, в общем, я прям очень ее рекомендую. Это классная маска. Заказала мою любимую тушь. Те, кто смотрел предыдущие влоги, видели, что она у меня уже засохла, и я решила поэкспериментировать, попробовать в этой жизни что-то еще, и была, в принципе, разочарована. Это была тушь Манифест.
Безусловно, кому-то она, может быть, подойдет. Я не могу сказать, что она плохая, просто, ну, каждый любит какой-то определенный эффект, и конкретно мне на ресницах больше нравится, когда они становятся более объемными и более объемными, плотными, и мне скорее даже больше нравится их немножко склеивать, чтобы был такой эффект пучков, потому что из-за этого глаза выглядят больше, какие-то более распахнутые, и, в общем, мне такое как-то больше по душе. А вот эта тушь, она очень хорошо разделяет, очень сильно удлиняет, но она как будто не делает ресницы толще, и как бы они получаются раскинуты веером, действительно очень длинные, но они выглядят как какие-то палочки, как будто их, ну вот, много, но они такие худенькие, где-то вот, вот здесь, и, в общем, не очень мне понравилось. Так что это навсегда, видимо, моя любимая тушь, при этом она бюджетная, хотя я ее заказала на Озоне, и сейчас там якобы очень много поддельной продукции, и я купила там 100% оригинал, поэтому мне пришлось заплатить за нее 1000 рублей, хотя раньше это было там 300-400. Доктор Кёгель, отбеливающие полоски для зубов. Я вообще никогда не пользовалась полосками, не знаю, мне просто стало интересно, потому что я увидела море каких-то очень классных отзывов, что она подходит для чувствительных зубов, сохраняет эмаль, убирает зубной налет, и при этом тоже якобы эти полоски сделаны по каким-то совершенно новым технологиям, они никак не, вообще никак не вредят зубам, спасают, если вы пьете кофе, курите, пьете красное вино, ну, в общем, все такие самые красящие вещи для наших зубов. Наверное, я их попробую и уже потом расскажу, как. Но отзывов, правда, было прям очень много положительных. И еще из косметики это Davines, морская соль для волос. Я помню, мне как-то дарили морскую соль, причем она была мужская, мне всегда такие запахи больше нравятся, от фирмы какой-то The London Grooming Company, и там, правда, морская соль, она невероятно пахнет, и чем мне нравится морская соль, всегда ее наносить именно на вот эту вот часть головы, верхнюю, потому что они становятся более объемными и держат форму. Вот для меня скорее важен даже не объем, а то, что держит форму. Наверное, немногим это средство бы понравилось, но мне очень нравится эффект. Я вот сегодня как раз попшикалась, и сейчас я попробую как-то продемонстрировать. Ну вот, допустим, я положила, и волосы действительно будут так лежать. Или вот на эту сторону, и они вот такие вот, как у льва. В общем, волосы очень послушные, они становятся гораздо жестче, есть легкое ощущение, как будто волосы не особо чистые, если по ним проводить, но каждому свое, мне такой эффект нравится. И плюс, кстати, запах у него тоже очень приятный, какая-то ваниль, кокос, в общем, такой вкусный аромат, несмотря на то, что я больше люблю мужские, но пахнет ничего. Последний из косметики. Ты правда лев. А, ну и плюс, кстати, эта соль, она, потому что это морская соль, волосы могут начать виться. Рекомендуют наносить на влажные волосы, но я обычно, наоборот, высушу, что-нибудь с ними сделаю, набрызгаю наверх и уже просто стараюсь создать какую-то форму, которая мне нужна в этой области. Кремовый дезодорант, который абсолютно не имеет никакого запаха, что для меня самое главное. Вот, такой, в общем, дезодорант. У меня один стоит в ванной, я его покупала в прошлый раз. Подумала, раз родители едут, можно попросить их купить еще одну, чтобы не переживать, мне хватило этого на несколько лет. Будем надеяться, что срок годности, да, тут срок годности год. Не думаю, что у него какая-то невероятная защита, но мне он помогает, не пахнет. Для тех, у кого чувствительная зона в этой области, он тоже никак не раздражает кожу. Это покажу, я же собачья мать. Поэтому вот у Таки появилась такая модная парка. Это просто всегда удобно надеть какой-то такой легкий комбинезон, если дождь, потому что в Грузии это какие-то тропические ливни просто.
Поэтому заказала тоже ей на Озоне. Мы когда гуляем, она же маленькая, поэтому легко очень брызги прилетают на пузо, потом она вся в этом песке. И, в общем, чтобы ее постоянно не мыть, проще надеть такой комбинезон и гулять себе в удовольствие. В принципе, на этом было все из покупок моих. Но еще у меня подружка летала в Индию. В общем, она под диким впечатлением, и я попросила ее, если вдруг будет возможность, там хватит места, привезти мне специи. В общем, тут так много всяких классных специй, я так этому рада, я же очень люблю рис басмати, и тут всякие самые разные специи, в основном масала, конечно. В общем, хочу я теперь очень сварить рис, добавить этих специй. Ой, и еще здесь тоже какое-то натуральное мыло. Ой, если бы вы могли его понюхать, это запах. Ну, то есть он еще к тому же в упаковке и пахнет как в каком-то спа-салоне хорошем таком. Очень вкусно. Вы знаете, я люблю положить в ванную просто так, и чтобы там всегда у нас пахло так, как будто мы пришли на какие-то приятные процедуры. Чай масала. Мне тоже сказали уже, что его классно пить в более такое прохладное время года. И еще я фанат всяких книжечек записных, поэтому смотрите, какой классный блокнот. Я его тоже еще не открывала. У меня уже родители звонят в дверь. В общем, такой классный блокнот. Вот он. Да, и тут как раз белые странички, без линейки, без клетки, как я люблю. Лиза, спасибо! Так, ну все, я пошла встречать родителей, увидимся.